кем из высшего руководства России общаются террористы. СБУ обнародовало переговоры так называемого казачьего атамана города Стаханова с боевиком. Атаман сообщает, что лично беседовал с российским премьером. Я думаю, что встречался, угадай, с кем. Ну, с Тамбовым. С Дмитрием Анатольевичем Медведевым. О, нормально. Ну и как? Он... Ну что, выбил грады нам, выбил пушки, нам танки дадут, все дадут же. А знаешь, как нас назвали? Вы передовое лицо казачества Российской Федерации. Но самое главное, слушай, до 15 января мы будем полностью обеспечены всем вооружением. Вообще все, что это? Да, при мне дан приказ Стамбулу. До 15 января танки, БМки, пушки, все остальное предоставить. Но дело не в этом. Да. Я при мне слышал приказ господина Медведева. Предоставить специалистов, не просто, говорит, балабулов, советников, а специалистов по всем родам воинов.